Проходим, нет? Или близко? Ну что там? Лезь по салону за пультом, по салону лезь. А, он в ящике? А, я понял. Идем нормально? Сейчас вон лебедка у этого есть. У Сани лебедка есть. Сейчас Элькой попробуем. Так, кто-то из участников. Что, давай твоей его попробуем. У него пульт в багажнике, в ящике, на дне где-то. А вон уже Паша приехал. Да, траектория. Ну, кто часто ездит, тот знает, что с этой стороны не надо ехать. Что, на третий круг идем? Вокруг. А, он назад его будет тащить? Не знаю. Давай я сейчас залезу сзади на бампер сану, понял? Да нет, сейчас Паша подъедет. Сзади никого нет? Никого, Паша туда едет. Чуть испачкались. А мне сорвать сухо, смотри. Да не, ну ты практически в идеальном состоянии. Можешь хоть час на подиум. Хватит одной лебедки или нет. А как его цеплять? С каким? С Пашиным? Ну давай, а как мы его... Там шакал надо. Хрен его знает. Протирка камеры. О, пульт нашел. Добрался до пульта. Слышь, может там сбоку можно дойти? Там глубоко. Хорош! На, держите. Достанешь, не? Вперед! Вперед дать! Блядь, он меня за шноркель зацепил, вместо чем его за бампер. Да, что-то мы... Все без серьезных костюмов глубоких. Обычно тут помельче. За край, может, край влезет или нет? Там тонкая с краю. За край цепляю, но зацепит. Хорош. Нормально, нормально.
Он шахал сейчас. Такси на Дубровку. Сейчас еду за шаклом. Он убежал от меня с шаклом! Доехали за шаклом. Блин, подготовка какая-то слабая. Сейчас палец не влезет в это или влезет. Сейчас тест шакла. Саня, так тебя жизнь еще не бросала, да? Говорит, поехали на оффроуд. Я говорю, о, влазит. А по ширине шакал теперь оденется? Блин, а мог дома в тепле сидеть, блин? Под теплым одеялом, елки. Так а за багажник можно вытягивать. А забери меня, пока я не буду с ним вместе ездить. Но ты на крышу залезь просто, и все. На багажник на крышу залезь. Можешь лечь, полежать там, отдохнуть. Натяжку надо, сделай натяжку, потому что сейчас будет борода сейчас. А у него праздник, елки-палки. Не, ну день рождения, дата серьезная. Не, пошел работать. Ты видели, что бородач делает? Что, страшно тебе там? Да. Сейчас я тебе фото сделаю. На пенсии будешь смотреть на эту фотографию и плакать над ней. Глянь, а эти катаются, как ни в чем не бывало, да? Что за люди вообще? Вообще не думают о друзьях. Дисквалификацию всем надо дать. Я первый, бородач второй, по-честному. Там его надо якорить, он еще не поедет сейчас. Опа, вот он. Ван Дам наш. Дарницкий. Сейчас мы упрем Пашу. Давай! Упер бородача, колесо к колесу. Пробуй, Паш! Пробуй! Пошел, все работает схема. Вправо руль, не влево, вправо. Вправо руль. Костя, вправо. Так, ему надо синхронно, нам надо ехать всем. Мне. Все, патрул объезжает меня. Колесо тут. Красавчик. Ничего там, вода не набралась? Не набралась. Давай.
много. Немного. Натяжку, Саня, надо. Короче, Костя, у всех дисквалификация. Я первый, бородач второй. Ну или наоборот можно. А они тебя бросили. Сейчас я окно протру. Из тряпочки чисто. Что, грязное лицо? Ну? Да не, как новый. На зеркальце есть. Ну, красавчик. Куда мы едем? Пока неизвестно. Слышишь? Короче, всем дисквалификация, они бросили товарища. Ты первый, я второй или наоборот. Правильно? Самурайчик какой, посмотри. Красиво. Лёня пошел там, где сидел патрол, и проехал. Вы видите, что творит? Унижает патрол по полной программе просто. Издевается над патрулями, да? Я выровнял тут дно немножко. Лёня, Лёня, не объезжай, правей, правей! Смотри, его два раза просить не надо, видишь? Вот это аппарат. Куда-то все в объезд поехали. Тут знаешь, какой мотор стоит? С Lexus. V8. V8. 3UZ называется. Поперек. Тут так может немного машин ездить. Смотри боком, как идем. Дрифт. Дрифт пошел. Идем боком красиво. Видал? Как я тебя катаю. Никто не снимает снаружи, к сожалению. Понижайку видел, одну выключил на ходу. А первая так и осталась. Это ж Эльку продает, он, она в продаже выставлена. Вот дубасит она, конечно, блин. Не знаю, может что-то хочет. Другое. Но едет она четко в плане динамики, там чипованный, наверное, мотор, судя по тому, как он там видел по песку, как он ехал. Да, с погодой повезло очень даже. Вот на такой скорости нормально, да? По итогу, наверное, что мы газовали, что едем сейчас примерно. Примерно одинаково, плюс-минус. Так, вот тут сняты лучшие кадры с Лупазлом. На 2 миллиона 800 тысяч просмотров. Да, вот где-то вот эта яма, это или вот предыдущая. Только начало тут было, по катушке, было весело. Ну, скоро Залупазлик. Скоро Залупазлик с новыми силами пойдет. Он без ПСТО боевого. Да, я знаю. Но там будет Саня скоро. Да. А ты вот друг. А. Купил себе тоже. Видишь, на стоке он без ничего же сидит. Не знаю, сейчас посмотрим. Самурай. Тяжело посадить. Ровно руль назад, да. Ровно руль и назад пробуй. Не, ровно, нормально стоит.
задняя, не левая? Раскатает. Не, дифференциал срабатывает. Задняя правая, передняя левая крутит. Вот видишь, сейчас наоборот подхватила диагональ. Вперед, коксу больше! Пошел, красавчик. Это самурай. Это вам не шутки. Так, Костя с нами. Три УЗ. Мотор и коробка, кстати, стоит. Только недавно поставили. Патрол СВ-8 это огонь, только вес небольшой недостаток.